с Вескер. Где Мойра? Ты что с ней сделал? Закопал ее. И остальных под горой страха и отчаяния. Ты убила ее. Надо еще кого-то убить. Это была Алекс Вескер. Она проводила эксперименты полгода назад. Ее называли смотрительницей. Она забрала у меня Мойру. Зачем? Да просто нахрена все это? Извини. Она говорила, что хочет переродиться. Переродиться как? Из-за вируса? Зачем ей понадобилась моя малышка? Это бессмысленно. Извини, я не могу больше ничего вспомнить. Ох, солнышко, это моя проблема, не твоя. Не волнуйся. Барри, все хорошо? Да, я просто вспомнил, как раньше гулял так со своими Мойрой и Полли. Вы были хорошей семьей? Старались ей быть. Мы с Мойрой много ругались, даже когда она выросла. Потому что она материлась? Нет, она материлась, чтобы разозлить меня. Мы отдалились из-за меня. Я плохо справился с ролью отца. Они с Полли играли в доме, а я забыл запереть сейф с оружием, ну и... Произошел несчастный случай. Из-за Мойры? Нет, из-за меня. Я тогда повысил на нее голос и до сих пор не решился признать свою вину. У Полли сейчас все хорошо, слава богу, но у нас с Мойрой не особо. Мы отдалились друг от друга. Думаю, она еще тебя любит. Ха, мне приятно это слышать. Могу тебе вот что сказать. Ее сохранить я не сумел, но о тебе обязательно позабочусь. Обещаю, что увезу тебя с этого острова. Я знаю. Спасибо, Барри. Уже не болит. Могу идти. Хорошо, напарник. Потопали.
Как мы вернемся на поверхность? Здесь все так же опасно. Ты в порядке? Да, а ты? Thank you.
мертвый? Да. Бедняга. Умер в одиночестве. Погоди. Это вещь Мойры. Все нормально. Пойдем. Я этот остров разнесу нахер! Сперва выберемся отсюда. Не убегай, хорошо? Хорошо.